Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Музыкант только сейчас, спустя год после трагедии, стал приходить в себя от ужасной катастрофы. Сейчас он сам растит цена Мирослава, который появился на свет в браке с Натальей. Для музыканта это был второй брак. Катастрофа случилась по виновности шофера, не справившегося с управлением. Певец уснул на переднем сиденье в машине. От стремительного рывка очнулся, обернувшись назад, увидел ужасную картину. Когда мы ехали, шел сильный снег. Была непогода. В дороге все время я спал. Но изредка просыпался и даже сказал нашему шоферу, чтобы он не спешил и не перегонял другие машины. Из-за снега, дорогу практически не было видно. В какой-то миг случился удар, но я спал, и сразу не осознал, что случилось. Я был в полном шоке, ПО откровенничал своими чувствования музыкант. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео. А мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.